Ну вот мы уже в Ростовском крюле. Вход стоит 70 рублей. Вот. Вон, кстати, на том крыльце тоже снимали часть фильма. Иван Васильевич, вон крылечко. Кстати, на колокольню, точнее на звонницу, вход стоит 100 рублей. Вот. Вот такой вот путик. Еще можно погулять по чему. Вот, подошли ближе к этому крыльцу знаменитому из кинофильма. Вот такой вложек из Ростовского Кремля. Всем пока-пока.